понедельник, 22 января, на канале «Россия-1» состоится премьера шестого сезона сериала «Склифосовский». Смотреть эту медицинскую мелодраму можно будет в привычное для канала «Россия-1» время в 9 часов вечера. В новом шестом сезоне зрителям предстоит узнать, каково же талантливому хирургу Брагину, за плечами у которого блестящая практика и сотни спасенных жизней, трястись в карете скорой помощи, куда его сослали в прошлом сезоне. Кривицкому сообщают, что есть подходящий донор. Кривицкий ложится в кардиологический центр, чтобы пройти предварительное обследование и сдать все необходимые анализы. Соседом Кривицкого и вторым претендентом на донорское сердце оказывается молодой парень с тем же диагнозом. Для Павлова и Кривицкого очевидно, что шансов на получение сердца у парня больше. Марина настаивает на срочной операции у пациентки Шеймана, но муж пациентки категорически против. Марина в конце концов понимает на собственном опыте, что именно из-за неадекватного поведения мужа Шейман отправила Елену к Нарочинской, не зная, что Марина в положении. В результате Марина вынуждена просить Сашу срочно сделать кесарево. Рано утром Брагину сообщают, что Эмма с дочерью и мужем попали в страшное ДТП. Брагин должен срочно лететь в Америку. Марина звонит бывшему пациенту и просит помощи со срочной визой. Павлова не понимает, отчего Кривицкий не рассказывает своим детям о своем диагнозе. Кривицкий хочет заехать к нотариусу. Павлова тем временем отправляется к его отцу. Выслушав Павлову, Кривицкий-старший неожиданно приглашает ее войти и показывает свое завещание. Личность женщины, которую привели Костя и Саша, удается установить лишь по номеру кардиостимулятора. Выясняется, что ее уже много лет ищет муж. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео.